Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 802. Дано. Нам дан треугольник ABC, и на его стороне отмечена точка N. Отметим точку N. И в условии сказано, что отрезок BN равен двум отрезкам NC. Еще в условии сказано, что вектор А – это вектор BA, а вектор B равен вектору BC. И нам нужно выразить вектор AN через векторы A и вектор B. Соединим точки AN, получим вектор AN, начало его точка A, конец его точка N. Вот вектор AN. И если мы воспользуемся правилом треугольника, правилом сложения векторов, то можно записать, что вектор АН равен сумме вектора АВ плюс вектор БН. Это будет равно. Вектор АВ противоположен для вектора БА. Тогда можно записать, что АВ равно минус вектору БА. Зачем мы представили вектор АВ через вектор БА? Затем, что вектор БА – это у нас вектор А. И плюс вектор BN. Найдем этот вектор BN. Вектор BN и вектор BC. Эти векторы колинеарны. Тогда можно записать, что вектор BN равен K вектора BC. Где число K – это некое число, которое характеризует соотношение длин векторов BN и BC. Тогда найдем длины векторов BN и BC. Вектор BN имеет длину отрезок BN. А у нас сказано, что отрезок BN равен двум отрезкам NC. Тогда, если мы отрезок NC обозначим X, тогда вектор, отрезок BN будет 2X. И получается у нас 3X. X плюс 2X. 3X – это у нас отрезок BC. Тогда X равен 1 третья от отрезка BC. А тогда отрезок BN будет равен 2х или 2 трети отрезка BC. Длина вектора BN равна 2 трети от длины вектора BC. Тогда мы можем записать, что вектор BN равен 2 третям от вектора BC. И теперь подставим полученное выражение в наше равенство. 2 третьих от вектора BC. Это будет равно. Минус вектор BA. Вектор BA – это A, значит, минус вектор A. Плюс 2 третьих. Вектор BC – это B. Ну, теперь мы можем записать ответ. Нам нужно было выразить вектор AN через векторы A и B, и мы выразили. Вектор AN равен минус вектор A плюс 2 третьих от вектора B. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.